Еще одна сумка для ноутбука. Новая, красного цвета. Голла Protection. В 2012 году 850 рублей стоила. Больше 10 лет назад. На 16 дюймов. Красного цвета. Вот такие здесь застежки прорезиненные, очень удобные. Ручка. Здесь тоже, похоже, резинки такие здесь, сы по краям. Вот она заходит, выходит сама. Так, внутренний карман. Здесь я положил листок. Он здесь вот до конца. Вот до конца вот так вот. Такой большой. И отсек основной. И такая вот мощная. Здесь сантиметр, может, больше даже. Такая вот держалка. Ну и бумага здесь положили.